А вы в курсе, что вы уже на страницах Ютуба звездите? А я сегодня выложил вот там, как вы тут сидите, да. Ну, то есть там они еще в процессе играют, там немножко, но хорошо, если вы выйдете. Так что можете посмотреть, поискать. Один на один. Совершенно рабочее такое дело, а приятности больше.
Вот при незаконной это можно, то есть вот не заказывать, вот денег стоит. Они на легком покупают, они получаются там типа 25, вот эта штучка, плюс еще вот эти теннисные, не один золотой, да, они там пленочки там по 7 рублей. Вот. Плюс ленточка там, вот последние брал, были узкие, там, по 10 рублей, что ли. То есть 50 рублей все они дают. Их можно на факультеты, на все. И удовольствие, особенно знаешь, тем, которые первый раз, так называется, на факультеты. То есть главка дворовой команды, друзья. Так для него это на самом деле секретно. Косников, что не даже не знаю. Я еще во втором финале, вот у людей, которые, так сказать, вообще никогда его жизни не награждали, они рюмку вот такую, и то с наклейкой. Золото не никуда. За первое место, во втором финале. Да. Ну да, да. Хрустальная такая компания. Начинается что-то такое, вот он приобщенный спорту себе начинает чувствовать. Ну, это, мне кажется, существенно. Потому что вот эти твои вещи, ну, нет, мелочи, неинтересны. Четвертый стол Халикова-Микенькова. Ниже еще третий стол, пятый, шестой. Мне удобнее на шестой. На четвертый.